Ребята, всем привет! Так как предыдущее видео с нычками на карте Эрангель с помощью паркура поддержали большинство из вас, в этом видео подготовил для вас вторую часть. Погнали! Ну и первая нычка с паркуром находится на военной базе. Для начала вам нужно подойти к этому бордюрчику, как я показал на видео. С него запрыгнуть с паркуром на контейнер, ну а с контейнера на забор, тоже с помощью паркура. После этого перепрыгиваем отсюда на соседний заборчик, берем небольшой разгон и снова же с помощью паркура запрыгиваем на само здание, где у вас открывается очень крутой обзор на все 360 градусов, во-первых. Во-вторых, у вас есть вот этот бортик, который вам поможет укрыться, само собой, от врагов, когда вы будете с ними перестреливаться, да. А помимо этого, само собой, сюда попасть будет, ну, достаточно сложно, тем более для тех, кто не знает, как это сделать. Плюс вы можете перепрыгнуть на соседнее здание и отсюда тоже вести бой, снова же укрываясь бортом. Ну, как, к примеру, вот в этой ситуации. Поэтому обязательно берите на вооружение. Ну а мы с вами переходим к следующей нычке на Эрангеле. Ну и следующая нычка находится на этом здании, на крыше этого здания, которое рядом с починками. Попасть туда тоже достаточно просто. Для начала вам нужно будет подняться на второй этаж. После этого вам нужно подойти к вот этому окну, перелезть на карниз, здесь есть небольшой карниз, перепрыгиваем с помощью паркура на соседнюю крышу, ну а с этой крыши берем небольшой разгон и прыгаем вот на этот уголок и с помощью паркура, само собой, залезаем на крышу здания. Обзор у вас снова же очень крутой, опять на все 360 градусов вы можете, само собой, убивать врагов. Я уже здесь убил несколько врагов, поэтому берите на вооружение, тем более, что починки очень рядом и, само собой, сможете встречать убегающих от зоны. Погнали. Дальше. А дальше у нас снова же починки. Для начала вам нужно подойти к вот этому дому, как видели на карте, двухэтажному. Поднимаетесь на второй этаж, выходите на балкончик. И я думаю, большинство из вас знают, что через это перила можно попасть на крышу. То есть запрыгиваете боком, после этого залазите, само собой, на дверь. Ну а уже после этого залазите на крышу. Но с этой крыши вы можете перепрыгнуть на соседнюю крышу. Или вот так, или с паркуром, если вы не долетаете. Я с паркуром до этого запрыгивал, сейчас получилось и без него. Можете бегать по этим крышам, во-первых, само собой, убивать врагов. Но помимо этого, вы можете вот с этой крыши запрыгнуть на бордюрчик и снова же с помощью паркура попасть на соседнее здание и опять на крышу. То есть таким образом вы можете заводить в заблуждение своих врагов, ну и, конечно же, убивать их. Погнали дальше, тоже в починке. Где прямо у въезда в сам город у нас есть вот такой вот домик, на крышу которого можно попасть вот с этого бордюрчика. Просто залазите на него, берете небольшой разгон, цепляетесь за крышу и поднимаетесь на нее. Но это не сама нычка. Здесь, да, тоже можно убивать, можно уклоняться, но вы можете перепрыгнуть вот сюда, на вот эту вот будку. И здесь у вас будет укрытие. То есть вы можете воевать, встречать людей, которые будут приезжать в сам город, да, или выезжать из города. И, само собой, убивать их. Или даже сквозь щели вы можете стрелять, чтобы вас было более сложно снять, допустим, с этой нычки. Поэтому снова же берите на вооружение, очень удобно, и, что самое главное, вы в укрытии. Также такие будки раскиданы по всей карте Эрангель. Допустим, у города Мультапауэр есть в Ясной Поляне, ну, в общем, в очень многих местах, и сюда тоже можно попасть с помощью паркура вот таким вот простым способом. И, как я уже говорил, вы можете воевать, убивать своих врагов. Что самое главное, вот эти все щели, они простреливаются, да? Ну, само собой, нужно выбрать правильную позицию, и вы сможете это делать без никаких проблем. Можете вот даже в данной ситуации встречать снова же с военки людей, которые будут выезжать по мосту, и свободно их, в общем-то, убивать. Ну, а в конце подготовил для вас бонус. Это у нас нычка на карте Мирамар. Вот в таком вот здании, так называемая пожарка или пустышка, многие по-разному ее называют. Вам нужно подняться вот сюда на второй этаж, потом залазите вот сюда на вот эти ящики и с помощью паркура перепрыгиваете через окно. Дальше вы здесь останавливаетесь, по бортику подходите к самой лестнице и в конечном результате вы с этого бортика можете перепрыгнуть на лестницу. Ну а с лестницы, само собой, подняться на крышу. Так что те, кто любит Мирамар так же, как я, берите на вооружение. Вот такое вот видео получилось, ребят. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Дизлайк, если оно вам не понравилось. Пишите в комментариях, делать ли мне в третью часть нычек с паркуром. Ну а с вами был Дрим. Всем топ-1.